Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем интервью с Ирканатом Аманжоловым. Мы говорили в прошлой программе о том, что он видит себя через 20 лет человеком влияния. И мне показалось интересным узнать у него, что же он имеет в виду. Что значит влияние с точки зрения писания, преломленного этим человеком. Знаете, влияние — это тогда, когда к тебе приходят за советом, когда к тебе приходят и, знаете, я не хочу быть там, сидеть каким-то типа оракула, там, знаете, еще. Я, и когда говорю, человек влияния, то есть сегодня мы есть церковь. Я просто хочу, чтобы сегодня церковь, она была авторитетной, то есть занимала, знаете, вот в городе, вот в живом городе, вот она имела свою определенную такую твердую, четкую позицию, куда люди просто приходили бы, вот, да, и могли бы получить вот это вот. То есть сегодня, знаете как, люди даже просто не знают, как себя вести. То есть они, ну, сегодня не знают, что такое хорошо и что такое плохо, хотя, казалось бы, мы живем в 21 век. Элементарные вопросы там касаемо вот, ну, от бытия, даже касаемо кредитов, использования, надо брать, не надо брать. То есть если они пойдут в те учреждения, которые сегодня специально предназначены, я согласен, да и аминь, пусть они будут. Но зачастую обыкновенный человек, он там или стесняется, нету возможности, или это даже просто платная какая-то услуга. Но чтобы сегодня, вот я же говорю, церковь в хорошем смысле слова, на своем уровне, мы могли бы вот быть вот этими людьми влияния, то есть когда вот, ну, человека мы, ну, могли бы просто оградить от каких-то таких поступков.